Привет, друзья! Сегодня мне хочется в этом видео подсказать вам несколько идей для новогодних подарков. Ну и чтобы слишком не затягивать, предлагаю приступать прямо сейчас. Новый год — это когда вся семья собирается за праздничным столом. И чтобы еще большим теплом согреть этот праздник, я предлагаю подарить свечи, либо набор таких свечей. Положить подсвечник, можно даже красиво оформить спичечный коробок. Но вы наверняка спросите, где же сами свечи? Да вот же они! Это не обычные свечи, это насыпные свечи. Именно для этого я здесь поместила подсвечник, куда, собственно, мы и будем насыпать наши свечи. Также нужно будет вставить фитиль, который также идет в комплекте. И свеча красивая и согревающая готова. Также можно собрать набор из трех цветов свечей. Мне ребята собрали набор из белого цвета, мятного и лилового. Цветные свечи приятно пахнут. И для таких целей можно подобрать уже другой подсвечник, можно даже прозрачный. И уже туда можно будет насыпать свечи слоями. Также вы сможете вставлять несколько фитилей одновременно. А еще эти свечи безопасны. Ссылки на магазины, где можно купить данные свечи, я оставлю в описании под видео. Следующий подарок, и как его называют, самый лучший подарок, это книги. В данном контексте я бы посоветовала вам подарить человеку какое-то подарочное издание его любимой книги. К примеру, я очень жду, что мне подарят еще одну часть книг про Гарри Поттера. Да, я все-таки выбрала вот такую серию книг про Гарри Поттера с интересными и красивыми иллюстрациями. Правда, все же они издательства Махаон, но это меня ничуть не остановило. И они совсем не уступают цене книгам издательства Росман. Также у меня был вот такой томик книги про Грузию. Это страна, где мне хотелось бы побывать. И такой подарок придется по душе тому, кто любит путешествовать. Косметика. Здесь я бы хотела, чтобы вы не переключались, потому что мне кажется, что косметика подойдет любому человеку, даже мужчине. Но здесь я буду говорить в контексте женщин, потому что даже той женщине, которая не любит косметику, не любит краситься, все равно нужны какие-то базовые предметы. К примеру, пусть это будет либо скраб для губ, либо бальзам для губ, которые в зимний период очень необходим. Я же набрала средств для макияжа для своей мамы и собираюсь упаковать это все так, чтобы она смогла открывать это все по отдельности и устроить ей что-то типа адвентной недели перед Новым годом. Здесь ее привычные помады, которыми она пользуется уже, наверное, на протяжении 3 лет. Здесь также есть карандаши для глаз, для губ, помады и тушь. Наверное, я подумаю еще, что можно добавить к данному комплекту, ну а я приступаю к следующему. Также следующий бокс у меня поедет маме. Здесь мне хочется собрать коробочку с сухофруктами, либо орешками, а также всякими восточными сладостями. Во-первых, это очень вкусно, во-вторых, полезно. В такой коробочке я сделала пару отсеков для орехов, использовав обычный картон и разделив его напополам, не доходя до середины. Вставила эту картонку. В эти ячейки я помещу орешки. Пастилу я положу в оставшиеся окошки. Этот бокс я положу ей в один из дней, чтобы она пошла в этот день на работу и взяла этот бокс с собой и смогла открыть его, может быть, в обеденный перерыв и угостить своих коллег. Ну и, наверное, последней идеей данного видео я хочу вам посоветовать купить какие-нибудь билеты куда-нибудь. Мне кажется, этот год и так забрал у нас слишком много, поэтому подарите своим близким поход куда-нибудь, в кино, в театр, в цирк, в аквапарк, билеты на хоккей, на футбол. К тому же я сама поглядываю на некоторые концерты, которые будут в следующем году, и сама подумываю куда-нибудь отправиться. Также интересным подарком будут сертификаты в спа, на массаж, что-то расслабляющее и позитивные. Вот такие простые идеи новогодних подарков я собрала в данном видео. Я очень надеюсь, что вы ими вдохновитесь. Ну а мы увидимся уже в следующем видео. С вами была Ксюша. Пока-пока!